так сегодня выглядит ТБУ, транспортно-пересадочный узел, строящийся на севере города Москвы, столица. Были масштабные работы. Вижу. Вот такой глубины. Уже котлован вот такой. Глубокий. Сегодня 28 мая 2019 года. И вот что вокруг. Это Бескудниковский район. Да, строят уже второй год, с весны прошлого года. Вот пока на таком уровне работы, на подготовительном. Снимаю периодически. Здесь строится дом по программе реновации. Монолитный. Хороший дом. Здесь дом 89.